Здравствуйте! Сегодня в нашем видеообзоре стильная компактная камера Canon IXUS 500. Оборудован фотоаппарат 10-мегапиксельной матрицей CMOS-архитектуры. Ее размеры 1 к 2,3 дюйма, а диапазон чувствительности от 100 до 3200 ISO. Оптика камеры обладает 12-кратным коэффициентом масштабирования. Четкость и резкость снимков будет обеспечивать оптический стабилизатор. Обработка изображения занимается новый графический процессор DIGIC 5. Маленький стильный корпус новинки выглядит весьма оригинально, полностью меняя последние тенденции дизайна линейки IXUS. Его габариты небольшие, а вес всего 155 грамм. Прямые угловатые формы в сочетании с богатой палитрой расцветки оболочки – серебристый, черный, красный, синий – выглядит весьма стильно и эффектно. Эргономика данной модели не очень хорошая. Из-за миниатюрных размеров и полностью плоских стенок корпуса ухватиться за IXUS 500 весьма проблематично. Учитывая скользкую поверхность камеры, риск случайно уронить ее достаточно высокий. Переднюю панель фотоаппарата занимает объектив, лампа подсветки автофокуса, стереомикрофоны, динамик, а также встроенная вспышка. На верхней грани находится клавиша просмотра фото, переключатель между режимами съемки, кнопка активации питания, кнопка спуска затвора и регулятор трансфокатора. Задняя часть фотоаппарата отведена под экран, клавишу прямой активации видео, входа в меню, вызова дополнительных настроек, регулировки дисплея, выборы режима фокусировки, а также настройки вспышки и экспокоррекции. К слову, 4 последние также используются для навигации по меню камеры. Дисплей диагональю 3 дюйма и разрешением 461 000 точек. Он обладает отличными углами обзора и правдивой цветопередачей. На левой грани IXUS 500 расположены порты AV, USB и HDMI. Нижняя часть фотоаппарата занята батарейным отсеком, слотом под карты памяти и штативным гнездом. Одного заряда аккумулятора данной модели должно хватить на 190 снимков. В качестве носителя информации в фотоаппарате используются карты памяти формата microSD. IXUS 500 отличается весьма богатым функционалом. К примеру, такой обычный режим, как Smart Auto, в данной камере заметно улучшен по сравнению с более ранними версиями. Теперь фотоаппарат способен без каких-либо вмешательств со стороны пользователя определить нужную сцену из 58 возможных. Кроме того, автоматика фиксирует движение и отслеживает фокусом приоритетную точку наводки на резкость. Съемка фото и видео одним нажатием на клавишу спуска стала возможна благодаря режиму подборки видео. С его помощью, перед тем как сделать фотографию, будет записываться 4-секундный ролик в HD качестве. По истечении суток такие короткие нарезки объединятся в полноценный забавный клип. Для того, чтобы от вас не ускользнул ни один момент динамического сюжета, в IXUS 500 присутствует функция скоростной серийной съемки. Разогнаться она может до 6,8 кадров за секунду с продолжительностью серии до полного заполнения карты памяти, но в разрешении 2,5 мегапикселя. В ином случае, если вам нужна серия в максимальном качестве, ее скорость не превысит 2,8 кадра за секунду без использования покадрового автофокуса и 0,9 кадра за секунду в случае его применения. Также на основе серийной съемки построен режим ночной съемки с рук. Он комбинирует серию кадров, снятых на высокой скорости, в один файл, таким образом нивелируя шумы и смазанность в кадре. Максимальное качество фотографий в таком режиме 2,5 мегапикселя. Не забыли разработчики и о творческих фильтрах. В целом, IXUS 500 имеет вполне стандартный набор фотоэффектов, способных немножко разнообразить процесс съемки. Так вам на выбор предлагается рыбий глаз, миниатюра, игрушечная камера, монохромное изображение, сверхяркий, режим акцентирования цвета и замены цвета. Видеосъемка в фотоаппарате производится в Full HD формате со стереозвуком и частотой кадровки 24 кадра за секунду. Во время записи можно пользоваться оптическим зумом. Также для видеопотока возможно применение художественных эффектов, корректировка экспозиции, а также запись замедленных роликов. Если же положиться на автоматику, то камера самостоятельно применит одну из 21 запрограммированной сцены, в зависимости от сложившейся ситуации. Само видео в IXUS 500 выглядит замечательно. Минимальное количество пересветов, отсутствие дерганности кадра, хорошая цветовая гамма и четкость картинки. Благодаря большому диапазону зума в столь компактном корпусе, фотоаппарат способен проводить разноплановую съемку. Оптика в камере качественная, фотография отличается хорошей четкостью. Макросъемка в камере позволяет делать фото с расстояния в 1 см. Благодаря хорошей работе системы стабилизации изображения, съемка на максимальном зуме не приводит к смазанности и нечеткости фотографий. Матрица же обладает неплохой динамикой экспозиции, наделяя снимки естественной цветопередачей и лишь изредка пересвечивая некоторые участки кадра. Портреты также не вызывают каких-либо замечаний. Все это в сумме позволяет вам делать очень хорошие
вышедшие фото. Тест на ISO показал, что искажение кадра начинается с отметки 800, постепенной утратой качества на более высоких значениях. В общем, довольно неплохой результат для компактной камеры. Xus 500 – красивый и компактный фотоаппарат с очень хорошими функциональными возможностями. Он прекрасно подходит как для бытовой, так и для туристической съемки. Оптика камеры на достаточно высоком уровне, а электроника соответствует всем современным требованиям. А на сегодня все. До свидания.